Привет всем! Вы на канале у Татьяны. В сегодняшнем видео, мои дорогие, мы вместе с вами приготовим очень вкусные бутерброды со шпротами, помидорами и яйцом. Получаются очень вкусными, оторваться невозможно. Если тема близка и интересна, начинаем! Приготовление бутербродов начну с того, что возьму тостовый хлеб и каждый кусочек разрежу на треугольнички. На хорошо разогретой сковородке с небольшим количеством масла буду обжаривать с обеих сторон тостовый хлеб до легкого золотистого цвета. Готовый с обеих сторон хлеб, обжаренный уже, отправлю на плоское блюдо. Пока остывают гренки, займусь начинкой. Для начинки мне понадобится 4 отварных яйца. Отваривала вкрутую в подсоленной воде, для того, чтобы яйца лучше чистились. Возьму терку и натру на крупную терку 4 куриных яйца. 2 зубчика чеснока отправлю в чесночницу. Пропущу через пресс. И добавлю к яйцам. Теперь возьму майонез и добавлю в общую миску к чесноку и яйцам. Все хорошенько смешиваю до однородной массы. По желанию можно слегка подсолить. Для того, чтобы бутерброды были сочными и вкусными, возьму 2 томата. Разрежу их пополам, удалю твердые части и нарежу на полудольки. Не очень крупного размера. Беру остывшую гренку и начинку. Наношу вилочкой начинку и размазываю по всей поверхности гренки. Сверху на бутерброд отправлю кусочек помидора. 2 шпротинки небольших. И украшу все сверху укропом. Сверху поставлю на помидор. Посмотрите, какая красота в итоге получается. Так проделываю со всеми бутербродами. В сегодняшнем видео, мои дорогие, я вам предложила еще один вариант вкусных бюджетных бутербродов на праздник. Готовьте вы, готовьте с удовольствием. Это легко, просто и вкусно. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока, увидимся.